Здравствуйте! Вы смотрите «Диалог». Сегодня предлагаю обсудить внешнеэкономическую деятельность нашего региона. Знакомьтесь с нашей гостьей и присоединяйтесь к нам. Алевтина Владимировна Саранчук, начальник управления внешнеэкономических связей Комитета экономики Гомельского облсполкома. В 1997 году окончила экономический факультет Гомельского кооперативного института. Спустя 10 лет Академию управления при президенте Республики Беларусь по специальности «Международные отношения». Работала в реальном секторе экономики и в Агентстве развития и содействия инвестициям СЭС «Гомель-Ратун». В нынешней должности с 2010 года. Вопросы, которые касаются внешнеэкономической деятельности региона, можно задать, позвонив по номеру телефона 0232 340 043. Свои сообщения вы также можете отправить в Viber номер 8029 340 043 3. Здравствуйте, Алевтина Владимировна. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Понятие внешнеэкономической деятельности достаточно широкое, включает в себя и торговые отношения, и производственную кооперацию, и много других аспектов. Какие приоритеты у внешнеэкономической деятельности нашего региона? Управление внешнеэкономических связей разрабатывает и реализует основные направления внешнеэкономической политики области. Мы курируем вопросы внешней торговли товарами, услугами, вопросы соблюдения валютного законодательства, вопросы тарифного и нетарифного регулирования, таможенного регулирования, вопросов резидентов свободной экономической зоны Гомель-Ратон. Конечно, приоритетным направлением внешнеэкономической политики области остается поддержание, наращивание экспорта области и сохранение положительного сальдо. Гомельская область успешна в обоих этих направлениях. Так, за 8 месяцев текущего года экспорт прирос на 16% по сравнению с прошлым годом, составил 2,8 миллиарда долларов США. И сальдо без учета нефти и нефтепродуктов у нас тоже положительное, порядка 800 миллионов долларов. Основными направлениями во внешнеэкономической деятельности являются реализация наших планов, мероприятий, которые отражены в планах совместных действий регионов, учреждений. Они разрабатываются с Министерством иностранных дел, с загранучреждениями. До области доводятся прогнозы правительством. Так, в этом году предприятия коммунальной и безведомственной подчиненности должны вырасти на 105,5% в экспорте товаров и на 104,5% в экспорте услуг. Конечно, пристальное внимание уделяется перспективным направлениям. Это экспорт в Китай, это экспорт в Евросоюз. Также проводится значительная работа по диверсификации рынков. Если сегодня мы экспортируем товары в 88 стран мира, это самая разнообразная география, то правительством ставится задача по, долгосрочная задача по диверсификации экспорта, и придерживаемся 30-30-30 показателя. То есть 30% экспорта в страны ЕАЭС, 30% в Евросоюз и 30% в прочие страны. Такие задачи. Надо сказать, что здесь Гомельская область успешна. Сейчас у нас 42% продукции реализуется в Европейский Союз, 36% в страны ЕАЭС и 22% в прочие страны. Также в наши задачи входит и реализация норм валютного законодательства. И надо сказать, что здесь государство идет навстречу предприятиям-экспортерам. Есть хорошие положительные подвижки в законодательстве. Гомельский облсполком выдает ходатайство в части продления сроков завершения валютных операций по предприятиям нашей подчиненности и безведомственной подчиненности. Важным направлением нашей работы являются межрегиональные связи, установление межрегиональных связей, заключение межрегиональных соглашений. Это тоже большой пласт работы. Заключению соглашения предшествует изучение региона, поиск взаимных интересов в экономике, в социальных сферах. Итогом является заключение этого соглашения и, конечно, дальнейшая его реализация. Немаловажным для меня направлением работы является международная техническая помощь. Это, конечно, несоизмеримые цифры по сравнению с тем, что делает страна и область в части инвестирования в регионы.
Но это долгосрочный эффект. Это знают люди, которые проживают в районах. Это полюбившиеся детские площадки, полюбившиеся фитнес-площадки. И эти проекты для нас тоже важны. Направлений на самом деле множество, и о некоторых из них сегодня мы поговорим подробнее. Пришлось при подготовке встретить такую фразу: «Внешнеэкономическая деятельность – это высокое искусство переговоров и лавирования». Согласны ли вы с этим? Да, Ольга, я с вами соглашусь. Конечно, заключению контрактов во внешнеэкономической деятельности предшествует очень большая предконтрактная работа, изучение партнера, изучение интересов, изучение рынка сбыта. Без переговорного процесса такие вопросы не урегулируешь. Но я хочу сказать, что у нас во внешнеэкономической деятельности уже работают профессионалы достаточно высокие, их готовят вузы, есть тренинги, подготовка. Нет случайных людей во внешнеэкономической деятельности. Нужна база знаний международного законодательства, международного права. Нужно умение в переговорном процессе, нужно знание языка, в конце концов. Да? Вот. И на наших предприятиях есть эти специалисты, мы это видим. И все равно, как и в жизни, самое главное – это слушать и слышать партнера. Да? И тогда переговорный процесс состоится. Но это практически дипломатия. Ну, это дипломатия, да. То, что касается лавирования, вы правильно подметили, это важно. Бывают нюансы или, скажем так, несоблюдение каких-то нюансов протокольного плана, дипломатического, казалось бы, мелкое. А история известна случаи, когда это приводит к срыву заключения крупных контрактов или даже недопонимания между странами. Да, этого нельзя исключать. У выхода на мировые рынки сегодня много барьеров? Барьеры есть, эта тема не новая. Каждая страна защищает свой внутренний рынок от некачественных поставок, да, и поддерживает своего производителя на внешнем рынке, на экспортные поставки. Это не новость, это барьеры тарифного, нетарифного, да, регулирования. Вот мы об этом знаем. Если беспокоит последние тенденции, в том числе с нашей страной-соседкой, то да, мы это признаем. Несмотря на то, что подписаны торговые балансы, есть вопросы. Мы знаем, мы уверены в качестве нашей продукции. Вот. Но пока да, пока есть позиции товарные, которые запрещены к поставкам. Алевтина Владимировна, мы попросили гомельчан порассуждать на тему внешнеэкономической деятельности нашего региона со странами зарубежья. Давайте посмотрим. Для Гомельской области должны быть страны Украины, Россия. А у меня больше направление вот на Западную Европу. Вот эти страны мне более симпатичны. Россия, конечно, как дружественная. И сюда Германия. Считаю, что Россия. Обязательно. А еще? Украина. И вообще, я считаю, наверное, тот же Казахстан. Ну так это надо просчитывать, экономический эффект стоит или не стоит. Бывают такие товары, что стоит, которых у нас нет. Это ж надо все просчитывать, смотря что везем, смотря откуда везем. Это ж все логистика, все это. Россия, в первую очередь, вот. Ну и там страны Западной Европы тоже, потому что взаимная торговля очень важна для нас, потому что, вот, ну, в первую очередь Россия. Страны Запада, та же Польша, Болгария, Чехия. А Россия? Ну, Россия – это, так сказать, наш брат постоянный. Ну, конечно, Россия в первую очередь. Я думаю, Молдова. Ну, на Украину я не знаю сейчас, не могу ответить про Украину. Мне кажется, в Россию, в Европу, там, где развита медицина, Америка, и, скорее всего, ну, можно попробовать в Польшу. Да, в Польшу. Тоже согласна с своим мнением, Польша, Америка. Россия, ну, не очень как-то. Для Гомельской области я считаю, что, скорее всего, Россия и Украина, потому что они граничат с Гомельской областью. Ну, а вообще для Гомельской области, вообще любой страны, было бы хорошо, чтобы мы с ними сотрудничали, я так считаю. Потому что чем больше товарооборот, тем лучше для Гомельской области. Вы
смотрите «Диалог». Мы говорим сегодня о внешнеэкономической деятельности нашего региона. Алевтина Владимировна, как вы оценили осведомленность гомельчан по такому достаточно сложному вопросу? Очень приятно было слышать ответы. Я услышала, что наши жители эрудированы, подкованы в части внешнеэкономической деятельности. Оно и понятно, мы экспортоориентированный регион, и каждый на своем рабочем месте может почувствовать, куда уходит продукция, как его предприятия участвуют в жизни во внешнеэкономической деятельности. 88 стран мира, вы говорили, в той или иной степени являются нашими партнерами, но сотрудничество это, может быть, по большему количеству направлений, либо же по меньшему, с кем мы особенно близки? Но наши жители действительно в своих ответах правильно назвали страны. 33% в общем объеме экспорта занимает Российская Федерация. Затем идут Украина 10%, страны Евросоюза, Польша и Германия около 5% каждая в объеме экспорта. В целом же внешнеторговое сотрудничество по экспорту и по импорту у нас со 110 странами реализовалось за 8 месяцев этого года. Мы отгружаем более 2300 товарных позиций. Представьте себе, какой широкий диапазон. Кроме того, я говорила, что одно из направлений – это межрегиональное сотрудничество. Так вот, Гомельской областью заключено 56 соглашений с регионами иностранных государств. Это порядка 80 стран соглашения. Тут тоже приоритет. 24 соглашения с Российской Федерацией, 8 соглашений с Украиной, 5 соглашений с регионами Казахстана, 4 соглашения с Китаем. География также обширна, и в этом направлении мы работаем. И в ближайшее время эти цифры наверняка изменятся, но об этом мы поговорим чуть позже. Запад есть Запад, Восток есть Восток, и, согласно классику, не встретиться им никогда. Но мы должны смотреть по обе стороны, получается. Да? Сегодня мало какое направление является таким же выгодным, как, например, Китай. Вот как у нас здесь обстоят дела с нашими восточными партнерами? Ну, вы знаете, я не только отчасти дипломат, но и экономист, поэтому на призму сотрудничества с Китаем мы, конечно, смотрим через понимание географической удаленности, ментальности народа, традиций, обычаев этой страны. Вместе с тем у нас есть примеры успешного сотрудничества. Наша пищевая продукция, молоко, кондитерские изделия «Спартака» реализуются, успешно реализуются на китайском рынке. За 8 месяцев текущего года мы продали на 11 миллионов долларов в Китае. Это хорошая цифра, хороший показатель. В ближайшее время произойдет интересное международное событие. 5-10 ноября 2018 года состоится первая выставка импортных товаров в Шанхае. То есть Китай здесь тоже проявил, скажем так, какую-то изобретательность. Такой практики не было. Они приглашают к себе предприятия, импортеры, которые хотят продавать продукцию у них на рынке. Задумка интересная. Страна наша будет представлена там достойно. Будет национальный стенд в форме василька, нашего традиционного цветка. Будут отраслевые стенды. Наши предприятия Гомельской области будут там участвовать. И там же пройдет бизнес-форум. Мы, конечно, надеемся на заключение контрактов на этом форуме, ну и проведение предконтрактной работы. Вот. Ну и вообще мировое сообщество смотрит на Китай, взаимодействует с ним. Мы в тренде. Где-то даже опережаем. Мы подписали Гомельская область соглашение о сотрудничестве в сфере туризма. Вот. Скоро появятся таблички на китайском языке, на туристических объектах. Вы видите, что в банкоматах появляются надписи на китайском языке для удобства наших гостей. В вузах изучают китайский язык, работает институт Конфуция, так что мы в тренде. Да, надеюсь, что и отдыхать в Китае тоже будет скоро для нас более доступно и просто. Экспорт является одним из приоритетов белорусской экономики, и в стране подводятся итоги конкурса «Лучший экспортер». Вы же говорили, что, в общем-то, цифры в Гомельской области внушительные, хорошие. А если по отдельным предприятиям, то кто у нас в регионе лучшие экспортеры?
Ну, хотелось бы отметить не только лучших, а всех наших флагманов, да, основных экспортеров. Конечно, это Белорусский металлургический завод, это и Беларусьнефть, это Гомельский химический завод, Гомельстекло, это и Речицкий метизный завод, Светлогорский химволокно. То есть крупные экспортеры, которые делают волообразующую часть нашего экспорта. И нам приятно, что неоднократно предприятия Гомельской области становились призерами и победителями конкурса «Лучший экспортер». Ну, наверное, пользуясь случаем, поздравим Мозырский опытный лесхоз, Белорусский металлургический завод, Гомельстекло с тем, что они стали победителями в конкурсе «Лучший экспортер» за 2017 год. В предыдущие года была буровая компания «Дельта», Туровский молочный комбинат. Нам есть чем гордиться. На самом деле, да. Интересно, почему страны-импортеры выбирают именно белорусскую продукцию, потому что конкуренция на мировом рынке сегодня колоссальная. И есть как европейские бренды, так и Китай, который тоже сегодня очень многое готов предложить по разным направлениям. В чем именно наши приоритеты? Конечно, есть и Китай, есть и европейские бренды, но потребитель всегда голосует рублем. Да? И нам есть что предложить странам на рынке. Может быть, где-то конкурентоспособность наша ограничена теми же заградительными методами, ценовым фактором, логистическими вопросами, но тем не менее остаются партнерские соглашения, остается постпродажное обслуживание, оперативное урегулирование вопросов, понимание требований клиента. По многим позициям в этом есть наши преимущества. Можно приобрести импортный комбайн John Deere, а можно приобрести Гомсельмаш и не иметь проблем с его обслуживанием, потому что есть дилерские центры, и в случае возникновения каких-то нюансов их оперативно решат. В любой точке мира, уже можно сказать. То есть мы научились уже продумывать и наперед, что будет дальше после заключения этого соглашения, да, и так, чтобы этого нашего партнера, чтобы это не было сотрудничество одноразовым, чтобы его удержать и в дальнейшем. Довольно часто наш регион посещают представители дипломатических миссий, послы зарубежных государств. Какую роль эти визиты играют в укреплении наших связей с теми странами, которые они представляют? Ну, выражение довольно часто для нас имеет конкретное обличие. За прошлый год мы приняли 47 иностранных делегаций. В их составе и чрезвычайные, и полномочные послы, и торговые советники, и атташе по различным вопросам, дипломатические миссии иностранных государств. Это и представители международных организаций. Это иностранные делегации, представляющие ту или иную страну или регион той или иной страны. Конечно, мы относимся очень тщательно к подготовке этого визита. Наша задача максимально реализовать все возможные информационные моменты, материалы предоставить так, чтобы мы нашли взаимовыгодные точки соприкосновения с нашими странами, либо регионами. Мы всегда представляем наши инвестиционные проекты, у нас есть инвестиционный каталог. Мы всегда представляем нашу область в целом, рассказываем о наших преимуществах, о географическом, научном и так далее. И основная задача, чтобы тот, кто нас посетил, мы приветствуем, кстати, более длительные визиты, чтобы это было не мимолетное, да, знакомство. Основная наша задача, чтобы то или иное лицо вернулось с хорошим наполнением своего визита, с предложениями по сотрудничеству, которое пойдет на пользу нашему региону. Насколько в этой деятельности вам помогает наше отделение Белорусской торгово-промышленной палаты? Потому что, в общем-то, смежные направления, и они в этом тоже заинтересованы, в укреплении отношений. В области есть целый ряд структур, нацеленных на поддержку предприятий экспортеров, на участие во внешнеэкономической деятельности. Это и Национальный центр маркетинга, это Белэксимгарант, это Белорусская универсальная товарная биржа. Ну и, конечно, нашим самым ближайшим партнером является Гомельское отделение торгово-промышленной палаты. Мы действительно в очень тесном контакте, и я с гордостью могу отметить, что Гомельское отделение неоднократно становилось лучшим региональным отделением, самым
самым активным по мероприятиям, по визитам среди отделений всей Белорусской торгово-промышленной палаты. Вот, конечно, основная задача – это поиск интересов, сфер интересов, приложений для наших предприятий за рубежом. Это и организация визитов, и организация деловых переговоров B2B. Мы действительно в тесном контакте. Партнеры и друзья. Да. Каждый год в Гомеле проходит экономический форум, и каждый год он собирает множество людей. О нас в мире уже знают и к нам любят приезжать. Но насколько такая форма организации работы эффективна? Какие в результате мы получаем дивиденды? Форум не зря называется форумом. Это площадка переговоров. В этом году, 25 мая, прошел очередной юбилейный, 15-й Гомельский экономический форум. Мы его отметили достижением наибольшего количества стран-участниц по сравнению с предыдущими годами. 31 страна приняла участие. Более 250 иностранных представителей бизнеса, различных консалтинговых, официальных делегаций, консалтинговых компаний и так далее. Ну, конечно, главный результат – главный результат, ради чего мы собрались, ради чего мы разговариваем. Он есть? В этом году подписано документов, один инвестиционный договор и 8 протоколов о намерениях на сумму около 500 миллионов долларов. И какое развитие у этих проектов уже идет? Реализуется, конечно. Конечно, реализуется. На следующей неделе Гомель снова станет центром деловой жизни нашей страны. Мы будем принимать у себя первый форум регионов Беларуси и Украины. Какие цели вы перед собой ставите, потому что это у нас происходит впервые на таком уровне? Мы живем сейчас этим форумом, поэтому волнений много, подготовки много. Какая основная цель? Этот форум первый. Первый форум регионов, где регионы смогут увидеться и поговорить. Основная цель – провести его достойно, на самом возможном высоком уровне, показать потенциал нашей области, показать потенциал нашей страны. Это страновой форум. Но мы говорим о том, что мы ждем, что этот форум придаст новый импульс в развитии наших отношений между нашими регионами. Мне хочется, чтобы регионы увидели друг друга, наши области, области Украины, поговорили, вспомнили, либо увидели что-то новое друг у друга, узнали друг о друге, и чтобы все это переложилось в экономическое сотрудничество. К форуму готовятся и отдельные предприятия. На эту тему у нас есть сюжет из Светлогорска. Давайте посмотрим, а после мы вернемся в эту студию и продолжим обсуждать. О территории, занимаемой открытым акционерным обществом «Светлогорск-Химволокно», можно судить по этим кадрам рекламного ролика. Сегодня объединение одно из крупнейших многопрофильных предприятий нефтехимического комплекса Республики Беларусь. По сути, это несколько заводов, выпускающих самую разнообразную продукцию. От нитей с охлаждающим эффектом и отводящих влагу до огнезащитных и углеродных тканей. Боевая одежда пожарного, костюм сварщика и костюм танкиста – все это изготавливается из материалов «Светлогорск-Химволокно». Среди последних разработок – так называемый «бокс нулевого излучения». Нахождение в нем в течение 15 минут позволяет очистить организм от накопившегося электромагнитного излучения, нормализовать циркуляцию крови и восстановить биополе. Правда, пока таких боксов изготовлено всего несколько штук, а поэтому на экспорт они еще не поставлялись. Вообще, современные технологии позволяют «Светлогорск-Химволокно» обеспечивать выпуск высококачественной продукции, востребованной не только в Беларуси, но и в более чем 40 странах ближнего и дальнего зарубежья. Сегодня на экспорт поставляется 70% продукции. Что касается Украины, то ее на предприятии называют не иначе, как стратегическим партнером. Основным продуктом для поставок на украинский рынок являются нетканые материалы, нити полиэфирные. Кроме этого, мы сейчас рассматриваем увеличение объема поставок высокомаржинальной и продукции со специальными свойствами. Это арселоновая продукция и продукция с использованием углеродных материалов. Сейчас у нас есть проекты, в том числе с участием нашей товаропроводящей сети в Украине, по поставкам одежды для пожарных и спасателей,
для экипировки отрядов украинских пожарников. Для того, чтобы увереннее чувствовать себя на внешних рынках, на Светлогорск Химволокно провели сертификацию продукции на соответствие международному стандарту в области экологической безопасности текстиля «Экотекс-100». В 2017 году на предприятии подписали глобальный договор с компанией «Керинг Групп», объединяющий производителей одежды и аксессуаров премиум уровня «Гуччи», «Дольче Габбана», «Диор». Теперь ленты и ремни для сумок этих брендов изготавливают из светлогорской нити. Более 10 лет предприятие сотрудничает с производителями автомобильных обивочных тканей и полотен. В настоящий момент полиэфирные нити используются в автомобилях Peugeot, Рено, Шкода, Хюндай. А в мае этого года Светлогорск Химволокно приняло участие в выставке Textile America. Это центральное выставочное событие на территории США для таких направлений, как технический текстиль, защитная одежда, нетканные материалы. В выставке участвовало более 200 компаний из 22 стран. Ключевые игроки рынка демонстрировали базовые материалы, используемые в локальных проектах, а также новинки, предопределяющие стратегию будущего развития рынка в целом. Участие в подобных мероприятиях в Светлогорске считают стратегической задачей. И именно с этой точки зрения рассматривают участие в форуме регионов Беларуси и Украины. По сути, это еще одна возможность заявить о себе и найти новых партнеров. Интернет – это такое невербальное общение, да, большую помощь оказывает все современные вот эти способы поиска информации, но в любом случае посещение выставок, участие в выставках, это, я считаю, это вербальное общение, когда человек знакомится с будущим потенциальным потребителем, когда получает непосредственно информацию из первых уст, мы уже взглядом даже оцениваем, что из себя представляет потребитель, реальный ли он, либо есть... Как в интернете можно посмотреть, что есть и нереальные люди, то есть человек-тень. Вот. Поэтому я считаю, да, что выставки – это один из ключевых инструментов поиска потенциальных потребителей. 5 сентября этого года в Минске состоялось награждение победителей республиканского конкурса «Лучший строительный продукт года 2018». Светлогорск Химволокно вручили диплом за победу предприятия в категории «Инновации года» за выпуск строительной мембраны. Ее применение позволяет создать в квартирах более комфортные условия и избежать такого явления, как повышенная влажность. Сегодня на предприятии завершают монтаж оборудования, которое позволит выпускать такую пленку в промышленных масштабах, в том числе с ориентацией на внешние рынки. На данный момент у нас две установки по производству нетканых материалов «Спанбел». Это установка «Рикофил-1» мощностью 3000 тонн по году и вторая установка «Рикофил-4» мощностью 10 тысяч тонн в год. Но назрела необходимость в производстве строительных нетканых материалов, вот, аналогичных тем, которые мы производим. Поэтому было принято решение по установке еще одной установки производства нетканых материалов именно строительного назначения. Мощность установки 10 тысяч тонн по году, вот, что позволит нам расширить ассортимент выпускаемой продукции и, соответственно, выпуск товарной продукции. Вы смотрите «Диалог», начальник управления внешнеэкономических связей Комитета экономики Гомельского облсполкома Алевтина Саранчук сегодня у нас в гостях. Алевтина Владимировна, насколько представительным будет форум регионов Беларуси и Украины, сколько уже участников заявилось с той и другой стороны? Я могу озвучить цифры, которые актуальны на сегодняшний момент. Мы ожидаем около 500 участников, примерно пополам от Республики Беларусь и от Украины. Это не окончательное количество. Мы понимаем, что несмотря на то, что форум пройдет уже на следующей неделе, с каждым днем интерес растет все больше и больше. Мы ожидаем 21 регион Украины. 15 из официальных делегаций возглавят председатели облгосадминистрации или губернаторы, да, украинские. Также в составе официальных делегаций есть предприятия крупные, есть представители свободных экономических зон, есть главы региональных отделений торгово-промышленных палат. Мы ожидаем около 200 участников республиканских мероприятий, которые пройдут параллельно форуму, в первый день форума, 25 числа. Эти мероприятия посвящены обсуждению самых различных отраслей, взаимодействия наших стран. Порядка 11 мероприятий пройдет параллельно с форумом.
Сотрудничество именно между регионами, даже не обязательно связанными общими границами, но и достаточно удаленными друг от друга. Это такая тенденция современной экономики. Какие украинские регионы сегодня хотят с нами сотрудничать так плотно, что и готовы подписать соответствующие документы? Ну, надо сказать, что век коммуникаций, никаких проблем нет с удаленностью региона. Главное, чтобы были интересы взаимные, либо взаимодополнение какое-то, да, в экономике, в социальных сферах, науке, культуре, в самом разнообразии. Всего прорабатывается к подписанию 14 межрегиональных соглашений. То есть все регионы Республики Беларусь и регионы Украины готовятся к подписанию. Наша Гомельская область не стоит в стороне. Мы хотим заключить соглашение с Житомирской и Запорожской областями и город Гомель с городом Днепр. А как обстоят дела вообще сейчас в сфере взаимного экономического сотрудничества с нашей страной-соседкой? Ну, конечно, Украина – это наш постоянный партнер Гомельской области. Мы даем 10,5% товарооборота Республики Беларусь и Украины, только наша область. За 8 месяцев этого года товарооборот Гомельской области с Украиной сложился в размере 394 миллиона долларов. Он растет тоже на 10%. Из него экспорт составляет 300 миллионов долларов. Доля Украины в показателях Гомельской области в товарообороте 6%, в экспорте 10%. Порядка 150 предприятий экспортируют свою продукцию в Украину. Это и Гомельский химический завод, и Беларусьнефть, и Белорусский металлургический завод, и Гомельстекло, и Гомельстройматериалы, и многие-многие другие. Надо сказать, что мы предлагаем не только товары, но и услуги украинской стороне. Так, за 8 месяцев экспорт услуг сложился в размере 24 миллионов долларов с большим темпом роста в 250%. И с положительным сальдо в нашу пользу 14 миллионов долларов. За период с 2011 по 2017 год из Украины в экономику Гомельской области инвестировано 64 миллиона долларов. За последний год, за 8 месяцев 2018 года, 7 миллионов долларов. Существует производственная кооперация. Так, Крюковский вагоностроительный завод активно сотрудничает с Гомельским вагоностроительным заводом по производству подвижного железнодорожного состава. Есть резиденты свободной экономической зоны «Гомельратон», предприятие, которое создано с украинским капиталом. И это уникальное производство для нашей страны, Светлогорский завод сварочных электродов. Это и гидросила «Белар», где производство гидравлики освоено. Это и «Гомель-резинотехника», производство резинотехнических изделий. Программа форума будет достаточно обширная. И в частности, в ней предусмотрено заседание по увеличению взаимного присутствия на рынках Беларуси и Украины сельскохозяйственной, пищевой и другой продукции. Почему эта тема так важна? Мне интересно. Нам выгодно, чтобы на внутреннем рынке у нас были конкуренты. Понимаете, во внешнеэкономической деятельности наиболее применимо понятие взаимной торговли. Да? То есть если мы будем говорить о каких-то барьерах, доступах на наш рынок, соответственно, применяются и ответные меры. И мы видим это примеры, и ни к чему хорошему это не приведет. С другой стороны, здоровая конкуренция подталкивает наши предприятия к повышению качества своей продукции. Конкуренция нам всем только на пользу. Вот поэтому это подстегивает наших производителей. Пожалуйста, пусть обсуждают. Это очень интересно. А фрукты, овощи из Украины будут к нам поступать? Вот, например, персики, абрикосы из страны-соседки, да, было бы очень неплохо, если бы есть, конечно, к нам пришли. И не только, особенно сейчас осенью хочется поговорить о фруктах. Да, мы ожидаем. Алевтина Владимировна, будут ли участвовать в форуме представители малого бизнеса? Ну, программа форума разработана таким образом, что каждый сможет найти себе применение, площадку для озвучивания своих интересов. Это и переговоры B2B в рамках проведения консультативного совета сотрудничества и пленарное заседание форума. Малый, средний, крупный бизнес, у всех будет возможность высказаться и озвучить свою сферу интересов. А какая будет возможность у деловых людей для того, чтобы во время форума найти себе партнеров?
Будут организованы площадки переговорные B2B в рамках проведения выставки предприятий-производителей. Уже проводится предконтрактная работа, соглашение. Мы знаем о контрактах, которые планируются к подписанию. Работа ведется. То есть, в общем-то, о сфере интересов людей, которые к вам собираются приехать, вы уже знаете? Конечно. И как организовать работу форума, чтобы она для всех оказалась полезной, тоже уже вполне себе представляете. Что ж, я желаю, чтобы именно так все и получилось, и состоялось. А чем эти дни, 25 и 26 октября, могут быть интересны простым горожанам, жителям города Гомеля? Как мы все почувствуем на себе, сможем ли почувствовать, что в городе происходит что-то важное и на самом деле происходит праздник? Ну, я думаю, мы уже все почувствовали, областной центр кипит, мы готовимся. Пока мы готовимся, да, вот когда мы начнем праздновать. Мы готовимся, да, идут работы по благоустройству центральной части Гомеля и парка. Будет работать полюбившаяся нашим горожанам и традиционная выставка-ярмарка в Манеже на Динамо, где будут представлена продукция производителей, всех производителей страны, и Беларуси, и украинская сторона. Будет организована торговля вокруг Манежа. Также будет организована выставка крупногабаритной техники. Это наша гордость. На площади Ленина будет выставлена вся линейка продукции Гомсельмаша, Амкадор. Можно будет посмотреть на электробусы Белкоммунмаша. Пожалуйста, выставка будет работать в том числе и в выходные дни. Приводите детей, смотрите. Это наша гордость, это наши предприятия-производители. Конечно, это интересно. Да, это на самом деле интересно. Спасибо большое за то, что вы так хорошо проанонсировали это событие большое, которое нас ожидает. И есть вопросы, которые пришли на наш вайбер. Около 3 минут до окончания эфира мы успеваем их рассмотреть и всем ответить. Алевтина Владимировна, вопрос гостя. В каких странах мира вы побывали? Где вам больше всего понравилось? Ваша работа предполагает посещение и зарубежные командировки? Да, но я бы не назвала это просто посещением. Перед тем, как организовать какой-то визит, проводится серьезная работа по его наполнению, по поиску интересов нашего региона, и тогда уже принимается решение целесообразности визита. Ну, лучше всего дома, конечно. Это однозначно. Вот. Но у многих стран есть чему поучиться, и у наших соседей, и у европейских стран. Ну вот до Китая не добралась. Долгий перелет, но я думаю, что все еще впереди. А где понравилось больше всего? Дома. Да, вы очень дипломатичны на самом деле. А сотрудничает ли Гомельская область с Арабскими Эмиратами? И приезжали ли к нам шейхи? Официальных делегаций шейхов не было, но я хочу сказать, что это очень интересная страна. Очень это страна, богатая страна, и богатство, наверное, не только в нефти, но и в их умении организовать. Это серьезный участник мировой торговли. Они имеют практику заключения крупных контрактов, у них есть крупные торговые площадки, проходят выставки. Наши предприятия, кстати, посещали их. И вообще, я думаю, что работа в том регионе с многими странами может строиться как раз-таки через Объединенные Арабские Эмираты. Да, тоже перспективное направление. Правда ли, что комбайны Гомсельмаша продаются в Африку? А кто их обслуживает? Вот как раз то, о чем мы говорили. Да, действительно, был у нас визит из региона Египта, продаются туда комбайны, и уже не первый год им интересна наша техника. Конечно, там направления не такие глобальные, как у нас, там фермерство больше присутствует, но есть поддержка тоже сельхозпроизводителей государства. Им интересны более мелкие по формату единицы нашей техники. Ну да, мы продаем, и учатся они, и обслуживаются сами. Наши. Да. Сами обслуживают? Да. Нет, и наше предприятие обслуживает, доезжает. А, значит, отправляются десанты. Ну что ж, на этом вынуждены мы нашу беседу завершить. Спасибо вам огромное. Вам спасибо, Ольга. Начальник управления внешнеэкономических связей Комитета экономики Гомельского облсполкома Алевтина Саранчук была сегодня у нас в гостях. Спасибо вам за внимание и до встречи через неделю.